В республике начинается подготовка к первым международным интеллектуальным играм «Юность Азии». Накануне глава региона провел совещание по подготовке к ним. Напомним, о проведении интеллектуальных игр в 2018 году Егор Борисов объявил во время церемонии закрытия 6-х международных спортивных игр «Дети Азии» в июле этого года. В ходе совещания решено сформировать дирекцию по международным играм на базе дирекции игр «Дети Азии». Расширенное ведомство займется широким кругом вопросов проведения различных международных мероприятий. Курировать ведомство поручено Министерству по федеративным отношениям и внешним связям Якутии. Также обсудили концепцию интеллектуальных игр. Глава республики указал на необходимость конкретизации видов и направлений состязаний, а также доработки содержательной части концепции. По его мнению, не обозначив четкие ориентиры, невозможно определить цели и задачи данных игр.